Hey, yo, guys, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру по названию The Bandicoot. Первую часть. Так, мы остановились на первом же острове, да? Это у нас осталось два уровня, и потом там еще мы, или как ее там зовут, тёлку эту. Открыла телепорт. Либо это дополнительный, типа, мини-миссии, либо это тоже как просто телепорт. Вот, все. Хогвилд. По катушке на свинюшке. Тихо. Свинюшка, не умирай только. Ловушки, ловушки. Нужно знать заранее. Так, continue. О, черти, черти, черти. Бум. Ладно. Давать. Давай, свинюшка, мы с тобой сможем. Нужно, знаете, наперед просто ехать. И... свинюшка на вертеле! Его... Он перепрыгивает через собратьев! Через собратьев. Давай, поехали. Так, у меня 26 хпшки. 26 дополнительные жизни. Плюс еще одна жизнь. Так, вот ту вторую свинью нужно не перепрыгивать. Отлично. Блин, одну коробку пропустил. Эх. Обидно. The Wambling Island. Да, загрузки все-таки долговаты. Долгие-долгие загрузки. Маска. Порезче. Fortress. Not the fortest. Tank loot. Keep on eye out for the chicken points. Chicken point. Куриное сохранение. Так, окей. Чего? Мы можем их откидывать? Неожиданно. Не, серьезно, неожиданно. Тихо. Я, давай не будем жариться с тобой, ничего такого. Да, я уже бонус не открою. Я ж уже этот профукал. Так она шевелится. Да, они сбрасываются потом. Тихо. Хоть не умирает. Тихо. Оп. Ладно, отсюда тогда соберу. Continue. Ладно, хорошо, я хотя бы сохранился рядышком. Может, я на эти хере могу восстановиться? Навряд ли я должен полностью допрыгивать. Да, я могу на них становиться. Так, а вот это, чтобы меня, главное, не убило. Отлично. Тихо. Яблочки. Черепашка вон. А ты еще помешаешь мне? Давай, давай, давай. Фу, это было рядышком.
тихо, жаровня. Ловушка. Отлично. Макакич, брысь. Черт, вот не потерял бы я последнее. Было бы все окей. Здесь я чувствую, если я упаду, то я сдохну. То лучше не рисковать. У-у-у. Они тоже пропадают с активностью. Они, допустим, вот светятся. А бывает нет. Отлично. Хрум-хрум. Чекпоинт. А, не достану, да? Иди пожарься сам. Ладно, сейчас подожду. Перепрыгну на вторую. Тихо. Тихо, ловушки, ловушки. Как бы так попасть? Сейчас. Ага, еще круче. Пронесло. А как обрысь? Сколько вы будет ус... Ого, 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 ого. Тихо, контишка. Контишка мне нужна. Раз. Сколько этот уровень будет длиться? Как будто он бесконечный. Черт. Нужно было тогда через одну прыгать. Ладно, я учусь на ошибках. Минус. Давай, 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 давай. Тогда не сразу вдвоем сработали. Отлично. Ага, херушки. Теперь без контишки. Ну, я сейчас контишку за счет яблок получу. Если еще раз сдохну. Давай, давай, давай. Так, это вот это, да, момент? Ага, круто. Круто тень. И как вы мне предлагаете? Да ё-моё! Спешу, да? Сильно спешу. А я другого варианта не вижу, как здесь пройти. Типа, допустим... Он не прыгает. А ты откуда взялся? А, походу я очень много сдох уже. Хочешь сказать, ты меня от пламени спасешь? Тихо, 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 тихо. Второй раз. На второй раз. Вот на этот. Оп.
Повезло, коньишка. Ладно, я... Я яблоко не смог последнее забрать. Тихо, тихо. Фух. Спасибо, помог. Спасибо, помог, выручил. Ого. Они как будто знали, что я буду сдыхать. Я все равно получил больше, чем потратил. У меня было 29, да, или 28. Теперь у меня целых 30. Ё-моё. Отлично, отлично, идем, идем. Он не допрыгивает. Бандику, в чем твоя проблема? Ты знаешь, сколько мы уже на этом? Ладно. Сколько мы потратили минут на эту херь? Я тебе скажу. Минут 9-10. Еще несколько потратим. Фух. Ради контишки. Все ради контишки. Ладно, допрыгну сейчас до вот этой. Ты черт. Давай, давай. Я хотя понял, как мне залезть туда. Оп. Оп. Все, найс. Найс, найс, найс. Согласен, фью. Пиздец. Да, это было жестко. Лейдинг, Вумпа Айленд. Лейди Кумпа Лайленд. Давай, давай, давай. Все? Где все? Это сколько бы я еще времени потратил, если бы я еще решил бы до конца проходить этот остров. Опа. Давайте-ка обратно, дружок. Пумпа-пумпа. И сюда пойдем. We want you join adventure. Ого, посмотрим. А, то есть... Я теперь... Я могу типа... Ноу. Ну, теперь я типа смогу с ней, да, играть? Вот, допустим, здесь я могу с ней пойти. Она будет мне открывать, значит, те порталы, которые я не мог открыть. Ладно, второй остров. Up the Creed. Интересно, она теперь будет мне на всех островах помогать? Да, все-таки, если я хочу на 100% пройти, мне нужно, типа, повторно проходить. Ссылку дали за то, которая будет создавать портальчики. Или платформы. Так, континуум. Сразу водный уровень. О, прикольно. А, ну ладно, там рыба, я думал. Тихо-тихо. Давай, давай. Готово. Слышу рыбу. Раскройся.
Обезьяна обратно лети. Чекпоинт. Континуум. В чем ловушка? И в чем, да? Ты тупая рыбка. Оп. Я знаю тайминги. Тихо. Макаки, чё, езжай. Пронесло. Так, ладно, тихо. Ой, чуть не взорвался. Чуть не открылся раньше времени. Опа, там внизу что-то есть. И не тонет. Ой, не тонут! Я утонул. Я думал, они не тонут. Может, не будем? А, давайте еще одну контишку потрачу. Чтоб попробовать. И все. Вон оно что. На такое не хочу. Нафиг надо. Я снова нашу подругу выкинул. Так, там уже по две рыбы. Оп. Тихо. Давай, закрывайся. Поехали. Оп. Вот, блин, если бы я сейчас ее не просрал. Это уже какой? Второй раз я просираю ее. Ого, повезло. Вместе с листочком приехать. 16. 16 коробок сломато. Ой, пожалуйста, не умри. Да, он почти сдох. Я уже чувствовал его приход к смерти. По Island. Только получается острова, да? Блин, а там именно было прикольно, или то вообще другая игра была? Там, да, вот крабики были, но я мог ходить влево и вправо в этот момент. То есть... Reaper.ru. Снова какой-то боссик. Reaper Room. Ну типа, Reap — это покойся с миром. Пир. Ну это пир. Ру. Не нравится мне это. Не нравится мне это. Я сейчас не понимаю, что от меня хотят, во-первых. Я не допрыгиваю. Как? Мы в одну сторону прыгнули. А, он смотрит куда, да, прыгает. Тихо, тихо, тихо. Я два раза уже его коцнул.
Вот, когда он начинает, короче, плыть, нужно их ломать. Или нет? Зачем? Зачем ты мне нужен, Уга-Бумга? Ты мне поможешь в моей кривизне? Пока вообще не смотрит в мою сторону. Он прыгает между теми только. Тихо. Блять. Он легкий. Он как босс легкий. Я вообще даже не думал, что тут будут боссы сильные. Короче, когда они на середину плывут. В принципе, на бомбах можно сидеть, я думаю, не? Ладно. Блять, иди в жопу. Сколько у меня уже жизней? 25. Минус десятка жизней. А что будет, если полностью сдохну? Вот один раз мне повезло, что сразу две бомбы активировал. Пока что у него одна траектория. Отлично. Он прыгает. Он прыгнул просто туда же, куда и я. Куда-куда-куда. Хорошо, здесь он просто V-образно прыгает. Я просто не... Я вздыхаю больше от того, что я падаю в воду. Да отстань ты от меня. Попрыгаю с тобой, хорошо так уж и быть. Но не прыгай туда, куда я хочу. Отлично. Задержка на бомбе. Ты ромбиком прыгаешь? Да, он ромбиком прыгает. Отлично. Неужели? Тя? Чувствую, это было что-то. Сколько? Минус 10-11, ребят. Напишите, если вдруг, комментарии.
Сколько ж я раз сдох? Просто... А, сейчас буду писать. Да это изи босс, ты что? Он же прыгает только вот по одной дистанции. Я, ну, да, как бы, но... Я рукожоп, и я упал в воду. Мне кажется, два раза где-то, или три раза сдох от него. И до хера раз сдох просто от воды. Прекрасно. Просто великолепно. Долгие загрузки. Работай. Лейдинг. Это вот эта долго так анимация работала? Чтобы пробежать? А да, теперь у нас девка есть в компании. Подожди, либо это не девка, а его сестра. Хакерша, кажется. А девку нам нужно спасти. Жену. А кто она ему вообще? Кажется, девушка. The Lost City. Последний город. Интересно, как здесь город будет выглядеть. Либо сейчас будет то же самое, что и обычный тут племянский вот это поселение. Буду опять лезть хер знает куда, на какую-то высоту. Так, я хочу туда. Я понял. Да. Как мне туда попасть? Как, да, походу? Обидно. Ладно. Так, здесь у нас ловушечки пошли. Сразу так много. Плохой камень. Может, тут другой будет? А, по низу. А ну-ка, а могу я на них фармиться? Недолго. Но могу. Так, ну короче, меня здесь будет выбрасывать, я понял. Так, подождите. Я хочу посмотреть тема управления. Так, jump, light, инвентарь. Ага. А почему ты выше не прыгаешь? Да, они уносятся. Да, на них как-то... Слушайте, апаться можно. Только, конечно, долго затея. Тут вообще головоломки. Мысли. Почему я упал? Я ж на платформе был. Разве нет? Ну да, я был на платформе. Тупые летучие мыши. Не понимаю то, что я могу на них фармиться. Так, тёлка и еще что-то. Сейчас восстановлю свои яблоки. И хп восстановлю. Нет, я контишку не смог взять. Так, здесь плитки у нас уже пошли замудрённые. Хам-хам. Яблочки. Окей. Жду следующую поставку. Тебя я ломать не буду. Нафиг ты меня встался. По таймингу нужно прыгать.
Экс, контишка. Что здесь? Причина. Почему я начал падать? Что? Из-за чего? Я сверху могу на него запрыгнуть. А, класс. Хорошо, на этих нужно сверху запрыгивать. И походу только на сверху. Не будешь обрушиваться? Не будешь обрушиваться и обрушивается. Ну. Короче, я понял, он какой-то теперь создает. Ту-ту-ту-ту-ту! Яблочко. Так, безопасное место вижу. Тихо. Мне ж аж сердечко схватило. Ну вот этот безопасный самый. И достал. Так. Дополнить. Я мог еще упасть, оказывается, сбоку. Бум-б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 ум. Яблочки. А, я могу заново сыграть. Контишку я не теряю, да? То есть хоть так, хоть так, я могу просто переигрывать. Ну, год. 31, да. Ой. Ладно, давайте, ладно, доиграем мы. Просто смотрю на время. Просто я уже смотрю на время, а у нас уже время превышает лимит. Давай, 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 давай. The Lost City. Поехали. Контишка. Я их вообще атаковать не могу. Кайф. Но кто же знал? Ну, не. Хотя... Не-не-не, не хочу. Нафиг надо. Согласен, фух. Это никак не скипается. Он уже не шевелится. Пипец, 49 коробок. Он просто, ладно, там плюхался, плюхался, потом вообще перестал двигаться. Окей, ладно, давайте, пока эта загрузка идет, я с вами попрощаюсь и на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.